Трагическая новость сегодня утром повергла в шок всю страну. Мы до сих пор не можем прийти в себя, как такое могло случиться с нашей любимой певицей Машей Распутиной. Многие из нас являются большими фанатами и поклонниками Маши. Многие наблюдают за ее жизнью. На данный момент Маша Распутина находится в одной из больниц города в тяжелом состоянии с большой травмой головы. Как оказалось, скорую вызвали соседи, которые обнаружили Машу в своей же квартире в коридоре на земле. Оказывается, Маша Распутина находилась дома, когда ей в двери кто-то постучал. Она даже не посмотрела в глазок, открыла двери и сразу же получила удар чем-то тяжелым по голове. Она очнулась уже когда соседи были на пороге дома и пытались привести ее в чувство. Они уже и вызвали скорую помощь. Как оказалось, Машу Распутину ограбили. Когда ее ударили чем-то тяжелым по голове, она потеряла сознание. Но потом, когда она уже очнулась, когда уже пришли соседи, оказывается, в квартире она не досчиталась крупной суммы денег. Кто же это сделал, пока неизвестно, милиция ищет преступников. Маша Распутина находится в больнице, врачи борются за ее жизнь, так как травма очень серьезная. Мы следим за развитием событий, друзья. Как только нам что-то станет известно, мы сразу же об этом расскажем вам. Прошу вас подписаться на наш канал и ждать следующие выпуски, которые выходят на нашем канале каждый день.